Всем привет, новый морф, патч 7.37 в исполнении от Ятуро. Всем приятного просмотра. Здорово, ребят, никнейм Радан, поменял ник, готовится к НТУ. Уже совсем скоро International в сентябре, и каждый сильный керри-игрок добавляет плюсы имеет морфа в пуле. 30-й тир, морфа так хорошенько апдейтили, мы записывали суппорт морфа. На самом деле керри-морф стал очень силен. И Амы обузит, и Найтфол, и Ятуро, ну они же Радан и Сайка нынешние. Вот. Много кто играет на морфе. Давайте, наверное, быренько пробежимся, почему морф стал таким жестким. Во-первых, в вейформ встроили половину вашей тычки. То есть то, что было раньше в Аталанте на 20 уровне. Гораздо приятнее качать вейформ. Вот. Аталант остался, кстати говоря, там плюс 75% теперь. Ну, то есть суммарно 125%. Кайф вообще. Проезжаешься вейформу, много дамажишь, тычки встраиваются. Супер. Раскачиваешь вейформ, быстрее фармишь. Там жесткая заруба в начале. Да, Визаж получил даблкил. На самом деле Визаж будет стоять на линии против морфа. Да, да. Но в целом морф хороший герой Визажа, об этом чуть попозже. То есть вейформ жестко проапгрейдили. Более того, у вас врожденная способность сумасшедшая. Вместо полного прироста атрибута за каждый уровень вы получаете половину, получается, от прироста, ну, каждый полуровня. То есть, грубо говоря, быстрее статы просто тикают. И промежутки, ну, они очень приятные. То, что на первом на половине второго уровня ты уже получил какой-то там минимальный прирост. Тут прирост, там прирост, перекачечка, это комфортно. Но самое, что прикольное, то что из-за врожденки атрибуты, прокачанные через древо талантов, добавляют вам, ну, x2, умножаются на, получается, на 2. Вот, то есть если вы качаете плюс 2 ко всем атрибутам, вы получаете 4 ко всем атрибутам. Если вы берете талант на 15 уровне 15 ловкости, вы получаете в 2 раза больше атрибутов, то есть 30-ку, да? То есть просто очень комфортно играть сейчас на таком морфе. Вот. Наконец-то вышел новый долгожданный третий акт в Доте, а это значит, что наконец появились новые скины и трежерки, и я знаю, где их можно получить в 20 раз дешевле, чем в Стиме или вовсе бесплатно. Прямо сейчас залетай на Tasty Drop и открывай ежедневные бесплатные сокровищницы с новыми Collector's Cash. Кстати, именно Tasty первые сделали полностью бесплатные сундуки. Я уже открыл пару бесплатных сокровищниц, где мне выпало 2 коллекторки за 3500, и на это я потратил ни копейки. Также не забудьте заценить новую линейку сокровищниц. Новые сундуки с мультификсом позволяют получить сразу 3 шмотки вместо одной. Приятная фишка с мультикастом и, ну, очень сочные анимации. А если такой халявы тебе мало, то залетай в новый ивент, в котором также можно выбить коллекторки и сундуки из ивента, выполняя совершенно простые задания на тесте. А если дойдешь до 15, 30 и 40 уровня, ты можешь получить аркану на Скаймага или Вингу бесплатно. А за прохождение всего ивента на последний уровне дают ДКХУ. Прямо сейчас ставь видео на паузу, заходи скорее по ссылке из закрепленного комментария, вводи мой промокод, получай бонус к пополнению на 15% и еще одну бесплатную трежерку, пока день рождения не закончился. Успей все это забрать, потому что ивент продлится только до 10 августа. Довольно непростой старт для морфа. Визаж очень много так крипчиков подпортил на самом деле. Это ты любому универсалу, когда килл отдаешь, он покупает себе там кучу статов и у него очень много урона. Но он на визаже единственное, что он сейчас брейсеры купил себе. Ну, окей. Просто брейсеры сейчас дэмэдж не дают. Там немножко подрезали брейсеры в этом плане. Ну, ладненько. Просто классно тычечки дает, руинит. Подытожим, что в итоге морфу сделали. Врожденка, которая позволяет качать плюсы в начале и лутать много атрибутов, то есть вы становитесь сильнее. Вейформ, который встраивает тычки, позволяет вам фармить. И чтобы все это работало, вам нужно скиллпоинты какие-то оставить. Соответственно, адаптив сейчас, насколько я знаю, не раскачивают. То есть просто, ну, не хотят тратить в это скиллпоинты. Через рейнджап залетает, начинает бить. Хорошо. Немножко подпробьют. Но сейчас будет очень неприятно Свену. Центральную башню сил тьмы атакуют. Добивают Свена. И Визаж тоже выходит. Лак. Вот и брейсеры, которые плюс хп дают сейчас по полтиннику за каждый брусок. Как раз и выжил на 100 хп на визажисте. Мне интересно именно очередность раскачки плюсов. С какого момента? Ну, скиллпоинт вейформ ты точно закидываешь, да? Разочек адаптив можно взять, чтобы на силу там тэпку сбить, чтобы там нюк какой-то минимальный закинуть. Вот, вейформ во сколько нужно брать? По-разному видел. Видел и в единичку, и в двойку. То есть тут как это... Как по кайфу, видимо. Сейчас же ты, ну, получается, не имеешь атрибутов
Да, ни в вейформе, ни в адаптиве атрибутов нет. Ну, как будто по единичке вообще можно оставить, если ты скилловый морф. О, перекликал, да? Посмотрим, как будет делать. Знаешь, какие наблюдения для себя обозначил по поводу лотуса? Вот. Ну, во-первых, пинг решает очень сильно. Какой клик чаще сработает, ну, быстрее сработает. А во-вторых, чем ближе ты стоишь к этому пруду, тем... Больно? Да капец больно, ну нормально. Вот классно визажа на самом деле на морфе стоять. По поводу переклика расскажу. Чем ближе, просто нужно как можно ближе в упор встать, стараться вот прям близко-близко-близко подойти и потом нажимать. И лицом быть повернутым к лотусу, да, шансов больше. По поводу такого матчапа, визаж морф, он типа улынет в ресурсы, да, чтобы убивать тебя и с этого ултать еще ресурсы. Но морфу пофиг, он перекачался, даже два стика нажал, он фуловый снова. Ну, главное, чтобы вас просто не заберстили на морфе. Даже минимального количества стиков, как мы видим, хватает, да, чтобы порегениться. Угу. Так, адаптер сколько на первом левеле стоит маны? 40 маны. Ну, может, на четвертом, я думаю, стоит взять как дополнительный нюх, как, возможно, избить тэпку, допустим. Я думаю, адаптивом можно подстакивать еще. Банально, там, адаптив раньше, когда макс или в 4 брали, кидали в большого крипа, кэмп на тебя быстрее бежать начинал, ты начинал его быстрее фармить. Ну, поэтому применение адаптива тоже хорошее. Так, по линиям что? Вот мы очень мало с тобой, конечно, разбираем линии, хотя вот для керри игроков это вообще самое важное. Как твоя линия строится? Значит, на чем ты фокус держишь? Ютора пока просто качается, МК под мид ушел. Кстати, на Ютора может очень долго линию стоять, потому что и вражескими героями его не приколоть. Там нет какой-то... Ну ладно, штормом можно попытаться, но в целом там... Какой-то пак, какой-нибудь Лина, наверное, поопаснее будут местами. На штурме я смотрел, сейчас часто очень прям первым артефактом Орчит появляется, потому что для морфа будет проблема на самом деле, и нужно манту стайл очень быстро приобретать себе. Ну да, он, кстати, через маску играет. Вот есть такой игрочок, очень сильный морф, Эвайс, Тёмыч. Вот часто на его стримы захожу. Кстати, не знаю, не подумал почему-то позвать его в выпуск, может, согласился бы. Давно с ним не записывали ничего. Вот он очень классно играет на морфе. У него там и медовый морф, и керри морф. И вот потерялась свою мысль. Бывает. Вот в целом можно было бы. Как-нибудь позовем, может, согласиться. Тёмыч жесткий. Много у него подглядел фишечек разных. Вот потные морфы, что они делают против милишных героев особенно, они идут и просто до талого трейдятся на первых левелах буквально. Чтобы тут же отойти, перекачаться и снова эти трейдятся. Силы света используют сканирование. Четвертый левел. Ну да, адаптив взял, докупил себе рейндропы, чтобы его не жданули как-то. А, вот вспомнил про маску. Он, типа, не любит маску очень на морфе. И его друг Пюр тоже. Ванёк не рейтит. Масочку, по-моему. Они такие чисто. Морфы на скиллухе. Вот Ятора поставил себе маску. Забыл, дамаджем прилетает МК. А, кстати, на свой не зря трейдился, да? Но у него лотус есть. Батил на ресы. Вообще, всегда нужно кликать визажа. Насколько я знаю, визажу... Ой-ой, как все потно они делают. Он дал вижен на Манки Кинге, успел выпрыгнуть. И из-за этого плевок залетел за вижена. Красиво. Пулит себе, найс. Не забывайте себе пулить. Вообще это очень эффективно. Особенно на тех героях, на которых вы линию очень долго стоите. И вас под вышкой не убить. Вот вы можете просто под тавером стоять. Почти против всех. Вот на морфе на самом деле, ну ты боишься моментальных станов, да, каких-то. Какой-то белки. Из-за кустов может тебя приколоть. Ну ты просто на хп перекачанный стоишь. Ты боишься думов шестыми левелами. Если вдруг что. Поэтому можно немножко аккуратнее сыграть. А так, визаж Monkey King. Но они не могут его приколоть. Вообще никак. Они, ну типа, что тут должно произойти, непонятно. Кстати говоря, вот МК на ветку сел. И если они хотели нападать, им нужно было нападать тогда, когда рейндроп перезаряжался. Ой, даже сейчас он перекачку нажал. Ну, кстати, могут забрать. Сейчас шторм. Здесь еще и шторм. Оказывается, в итоге 3-9 и 4000 преимущества на всех линиях просто пожрали. Когда нажал новый форм, да? Разочек.
агрессивно вкачаться. Ну вот теперь будет и ему уроком для этой игры, что чел на шторме не показался. Вообще, ну, я не думал, что шторм будет приходить в бот, но решили убить, и получилось. И вот сейчас, спустя время, какой вывод можно сделать? Что морф сейчас перекачку в один берет. И убить его не так уж и сложно на самом-то деле, он просто не успевает перекачаться. Поэтому, ну... То есть такого морфа можно прям вот со старта пытаться как-то отдушить, ну, да, да. Пока у него перекачка нужно... слабая. Очень нужно еще понимать хорошо, кто в гейт может перетянуться. В гейт может перетянуться инча, да, которая просто тебя подкликает и в долгую там заберет. А может перетянуться чел со станом какой-то. Ой-ой-ой. Шторма не видно. Шторма не видно, опасно. Он с руной на шторме? Нет, он без... он с руной, да, походу? Капец, там уже мека. Ой-ой-ой-ой. Впадло играть, если что. У чела мека просто. Но Зевс приходит. Зевс приходит, АМК выживет, и Шторм сейчас тут их съест. Или нет, Шторм тоже не очень хорошо. Улети на Шторме. А что, у него мана закончилась? Вроде как будто мог улететь, да? 600 мана у него. Да, у него столько возможностей было. Никнейм из X и Курсет, но это не Курсет, это как другой. Нижнюю башню сил света атакует. Понятно. Ну, что-то подвис, не думал, что может убьют. Получилось. Да, шторма с кайфом. Забрали. Кайфом. Что-то демон. Братишка, ты приплыл. Дайте засилить, дайте засилить. Хорошо. Нормально. Оставляет, оставляет. Нижнюю башню сил света атакуют. Они прям хотят таки драться дальше, да? Нам шакер подойдет, он выйдет просто. Ну, нифига, Зевсом-то можно и стили дать, но и Брюлик подошел тоже. Ты, ну, вообще в арене стоит, ему плевать, и плюс через вейформ забирает. Нормально. Еще видно в миде шторма. Это очень хорошо. Классно, классно. Проговорили, видимо, что сейчас ТП-шат все, то, что Брю ТП-шат, то, что Зевс подходит, и он по итогу на морфе быковал. Ну, то есть складывалось ощущение для тех, кто не смотрел на мини-карту, вот как я... На то, что все капут. Ну, ты когда в игре играешь, ты, конечно, там с людьми общаешься, да? Ты на минимапу смотришь, кто тэпается. Биг кэмпик. Ну, Этора так агрессивно играет на 500 хп, перекачанный. Ну, и Визаж мертвый, да? Он понимает, что некому просто в боте быть. Остальных героев он на карте видел, поэтому так. Ну, просто знаете, что если у челов там герои Леоны, Белки, и вы их не видите на карте... То есть, и там плюс одного кого-то еще не видно. Знаете, что вас могут просто бирстануть. Поэтому, ну, перекачайтесь вы на 600, на 700 хп. Ну, это... Я вот играл против одного такого занудного морфа, я на белочке бегал. Одного морфа просто, ну, фармил с кайфом, потому что он бегал на 300 хп. Ты с гранаткой орешком нынешним его убиваешь. А другой морф постоянно перекачивался на 600-700 хп. Да, он где-то на одного крипа в минуту меньше убивал, но он не умирал вообще. Очень, очень важно понимать, какие герои вы из себя. Тут саппорты, МК, Шаду Демон. Да что они не делают? Ничего они не делают морфу. Ну, типа иллюзии, там, Шаду Демона, морфа, но это не так работает. Берста нету. Да, берста нет, контроля нет. Все в долгу как-то работается, так, размеренно. Морфу такое, в такое в кайф играть. А он, возможно, еще ласпикал на морфе, потому что, ну, я смотрю, что за игра... Почему так кажется? Потому что, ну, морф ты хороший герой еще Визажа и Джиггернаута. Ну, мне слэш там нажать тяжело. Против Визажа ты обузишь ресурсы на линию. То есть он как будто тут на морфе подзакрыл их. Плюс. Шторм в Зевса играет, да? Скорее всего, Зевс пикнулся, и Штормом просто накрыли. А вот торчит, но перекачка работает. Он успел перекачку нажать, да. Он увидел то, что у него Шторм идет. Вот тут мы наблюдаем, когда ты... Прям очень хочешь помочь на Свене. Свен на самом деле спас. Респект Свену. Ну и перекачка еще спасла от Етора. Но на Свене тоже мог аккуратнее сыграть. Нажать стан, нажать армор и потом же подвыйти. Я вот для себя даже больше подмечу. Так, ульта Зевса нажалась. Вейформ не нажимает, потому что понимает то, что выбивает. И тут мы смотрим после файта. Что делать? Под мидом. Ага, под мидом у тебя уже саппорт забирает кач. Под ботом, в принципе, фарм остался. Брюшка там куда-то срулит. Ты на морфе хочешь бот стоять. Ну, он, если что, на морфе может на самом-то деле и ТП в топ нажать, если бы крипы были бы под тавером, и там было бы много кача. Почему? Потому что Бримастер без ТП. Вот, и...
Ну, там фарма просто нет. Там линия запушилась слишком сильно на врагов, поэтому он в тройку улетает. Окей, такой вариант тоже присутствует. Да, после 10 минуты вы уже смотрите ТП на тройку. Адаптив не нажал, потому что, видимо, рейнджи не хватало, чтобы стакнуть. Ну и времени, как следствие. ДВ ультует, и он сейчас успеет подойти. Там шедов демона. Молодец, на шедов. Но притянул, супер. Блин, тут, наверное, Морфана надо было прятать. Это, кстати, хороший момент. Хороший. Мне кажется, если бы Морфа запрятал, Шторм бы выжил. Да. Но это всегда так постфактум работает. Типа, блин, надо было там по-другому сыграть. Но, да, надо было. Ну, сильный какой-то, супер сильный игрок, может быть, так бы и сделал. Хотя он на что-то все равно нормально сделал. Он подфармили. Вот что точно нужно отметить, ты на Свене, на Морфее, на Ланае, ты не должен тэпаться на Инжей позже 13 минуты. Я думаю, что 12... такой, если паттерн какой-то выбирать, ну ладно, попозже, тут файт. Попытка Брюлика заберстить не хватает пока что. Не-не-не-не-не. Ну сейчас Морф по итогу в плохой позиции. Теперь он, не-не-не. Уже и Джаггер тэпэшит. Джаггер, кстати, хорошенький в этой игре будет. Нормальный торс у него. Так вот, сейчас фоллоу будет стики, просто прожмет один разочек. На 12.50 надо ТП на аванпост сжать и стакать себе иншей. Ты качаешь их, получается, но относительно долго. Качаешь правый кэмп, выходишь на левых иншей. И с левых иншей, по идее, там по таймингу можно даже стакнуть будет под конец и забрать экспу. Вот очень важно, я думаю, экспу забирать на морфе. Сейчас ты очень сильно хочешь себе левел на морфинге. Очень сильно. Тут у тебя и дальность вейформа, и атрибуты, и туда-сюда, ловкость там всякая разная. Хочется, хочется. На любом керри тебе хочется экспу, поэтому 12.50 мы уже тэпнулись на аванпост, на Свене, на Ланае, на морфе стакаем себе иншей. Если иншей, никто не фармит при этом, да? То есть тпшится в свою тройку, когда там бист качается, или какой-то бристлбэк качается, или акс добивает, блин. Это руин. Ты тпшишься, если тебе некому тройку фармить. И бот туда сможет забрать. Нормально, слушай, все не так уж и плохо, но вот опасения какие? Для Джаггернаута супер фришечка по игре. Так, я смотрю, тоже контроля на него немного. Весь контроль, который есть, это Свен, Вилка и Брюмастер. Ну, Джаггеру, откровенно говоря, на них пофиг. Вот, если что, Шедудем еще присутствует в катке. Так, топ-вышка открывается, он на морфе подкачивается. Не хочет много хп потерять, поэтому тычканул, подотошел. Хотя я не обратил внимания, лайфстил, походу, не встраивается, да, в вейформ. Потому а что тут, вот он нажал. Тут на самом деле и сложно понять. Так, маловато, да. Он просто прокатился там по 5 крипам, а что-то как-то не зарегенился. Может, перекачку нажимал в эти моменты. Ну, вообще должен. Ты сатаник жмешь, вейформ жмешь и ты фуловый всегда. Просто герой неуязвим и атакует с уменьшенным уроном всех. Ну, атакует. Видимо, просто мало зарегенился. Такая маска, знаешь, она вроде норм, а вроде как будто предмет, ну, прям мало дает. Возможно, если ты хочешь сатаник, ты можешь себе купить маску для более комфортного начала. О, лези. Также, кстати говоря, линия Морфс Вен достаточно хорошая линия, потому что милишник рейндж. То что это демон сварить делает крыса. Вот он просто зонит одного героя из файта, Морфа, да, который может много импакта дать. Еще и подспрятал. Он его не убьет, он ему ничего не сделает. Кстати, вот сейчас вот на самом-то деле опасненько. Опасненько, перекачка жмется, но там улетел другой таргет. Storm Spirit. Это опять типа этого шедоу демона. Он, кстати, сейчас взорвет его. Ай-яй-яй-яй-яй. Не уследил за стаками. Макшины и стаки, да? Да, стаки в 4. Перекачка вообще слабенько как-то работала в конце. Он мог попробовать вейф. Я думал, что он сейчас нажмет вейформ. Попробует задоджить в вейформе. Но он там не впитал бы как минимум еще один стак. И, возможно, во время вейформа ШД бы взорвал случайно. Не знаю. Какая смерть? Не самое это. Тильтовая, возможно, потому что какая-то вакханалия происходит в файте. Что демоны не убили, в них напали. Ну ничего, я Тора, я думаю, привык играть в такие игры. Он, кстати, сейчас будет проходить по варду.
справа стоит вард. Манки Кинга подсветили. Классно, что его убивают. Потому что обычно тильт, когда чел заходит и выходит с вашей тройки вот таким вот образом. Так, не так шей. Да. Заметьте, как он пошел. Это очень важно. Если бы он пошел бы влево, то там крипы бы шли по такой траектории, что они бы немножко подблочили друг друга. Он пошел более вправо, из-за этого крипы один с другим как бы не поворачивали чуть-чуть в сторону и не блочили друг друга. Это тоже иногда решает. Выбирать такой маршрут стака, по которому крипы будут идти максимально прямолинейно, что ли, вот так. И при этом успеют выйти с компа. Надо такие микро-мелочи. От ханды отказались. Вот что примечательно тоже. В принципе, я могу понять, почему. Давай, наверное, посмотрим статистику. Как часто берут ханду на морфе. Ятора... Ну, как это? Ну, Ятора брал в половине Дейдалус, в половине ханды. А если взять в целом морфов? Ну, в целом, я думаю, да. Там примерно такая же статистика будет. Ну... Да, наверное. Ну, чуть-чуть больше доедался. Я бы сказал 60 на 40. Вот так. Никса недавно слышал, что он там говорил за морфа. Что, типа, куда профит не доедался. Я в целом как будто бы согласен. Хочется тебе вот таким покликающим морфом быть. Через эти новые атрибуты. Ну, знаешь, ханда... А ты берешь ханду, а у тебя адаптив не замакшен. Ну, как-то... Ну, потом ты, может, докачаешь его, но просто концепт немножко рушится. Хочется по-другому чуть-чуть исполнить. Кажется, Дайдалус прикольнее. Плюс, опять же, у тебя вейформ тычка встроена. Зачем тебе играть через адаптив, да? Адаптив ханда, либо вейформ Дайдалус. Ну, ты же через вейформы так играешь сейчас. Ну, может быть, потом докачивают как-то адаптив параллельно, чтобы накидывать с хандой, не знаю. Просто далик выглядит логичнее. Ой, промазал палочкой, ну ничего. Промахнулся, да, чуть-чуть. На МК мог попробовать просто... такое нажать. Не смог двигаться в этом месте. МК зажал его. Что-то блочит он на МК. Страдает. Хорошая нейтралка. Я думаю, что если вы безмасочный морф, профессиональный морф, то вы, скорее всего, эту игру, может, и не сможете, хотя, может, смотрите, чтобы у Ютора чему-то получиться. Но можно попробовать, я думаю, Vampire Funk даже взять. Ну, в теории. Не знаю, каково это. Талон, кстати. Все обсирают талон. Типа, плохая шмотка. А мне она очень зашла вообще. Просто ты приходишь, ты... КД на ней очень маленькая, на этой шмотке. Ну, относительно такое. 20 секунд. Ты приходишь на тройку, на 17-й минуте вот тебе выпал этот талон, ты хаваешь просто НШ, сколько там процентов ХП этим талоном? 80% ХП. Мне, кстати, какой-то ролик попадался в рекомендациях, то что Рубик с талоном там что-то любого крипа шотает с нажатия. Ну, не знаю, как это работает. Вот Витя, он недавно говорил, типа, шмотка мусор, не к тому времени, типа, к 17-й минуте у всех уже скорость хача большая, а может и не упадет. Но он помимо того, что ты, типа, все равно быстрее фармишь иншей, ты одних убил, зафармил большой кэмп, ушел на левых иншей, там тоже талон нажал. Это как бы очень сильно решает, особенно для героев, которые не имеют какого-то сплэш-фарма, как вейформ. Вот для Вайда, фейслесс Вайда, вот, ну ему нереально впадло иншей там бить. Ну долго герой справляется с этим. С талоном это прям очень сильно ускоряет. Талон, Нейнклас писал, то что на Марсе. Вот я просто беру себе талон на Марсе четверки и качаю с ним. Обычных крипов, катапульты срезаешь, в долгу это очень сильно бустит. Кроме того, талон дает вам 4 броня и 20 экспида. Ну, то есть, это нормально. Это очень даже хорошо для керри. Поэтому шмотка хорошая. Но не на всех героев ты ее хочешь взять. Вот. На морфе там лук, туда-сюда. Пупилс гифт. Специалисты рей. Все, что дает урон, статы. Яблоко много статов дает. Подняли, кстати, яблоко. Атрибутом чуть-чуть. Верхняя башня сил света разрушена. Пинговал, чтобы они под варды встали. Да, там Аегис и Штурма. Шоду Демона видно, кстати говоря, вот файт в Аегис всегда хороший, если ты убиваешь такого человека, как Шоду Демона. Он просто плохо идет. Вот. Эти вард снял, но у них некому зацепить просто. В итоге он просто подрался с Джиггернаутом, чтобы тот не смог вать. Не коммитимся в арену. Или коммитимся. Непонятно пока. Коммитимся. Ой, какой стан от Свена, ё-моё. Где урона вообще не хватает? Вообще нету, просто эти аурные предметы, эти меки. Угу. Пытается дэмэдж по ШД дать. Сейчас через вейв можно подвыйти, попытаться.
Ай, арчи дали. Ну, убьет. Да, там Аегис в итоге файт получается ужасным. Сам убили, тоже Джаггер выживет. Unlock. Ну это на Аегисе. Не успели убить Шеду Демона. Очень много времени потратили. Почему он такой плотный вообще? Да, Шадоу Демон, на самом деле, вы умеете, просто в другую сторону он начал идти, и... а они уже на него выходили. И этот момент, на самом деле, по-моему, решающим стал в драке. Они в итоге его не заберстили, и все пошло не так, как надо было. А в арене дрались тоже. Вроде как Манки Кинг саппорт, а вроде как солдат бьет 140 единиц, знаешь, каждый в секунду раз. В одну и одну секунду. И вроде как он с Весселом и с Драгонскейлом на каждом из солдате много дэмэджа дал. Не хватает урона морфу. Сатаник, кстати, нужна вот тоже такая игра, где тебе БКБ не нужно. Ты воевуешься, и тебе куда профитнее сатаник нажать, потому что станов и челов немного. Вот, БКБ нужно там так, это тебе не дают файте бить. А тут файте бить проще некуда, если просто запуржить арчиты и просто рейдкликать. Ну все, Джаггер сейчас улетает на луну. 15 000. Огни, манта, Battle Fury, МКБ префайром себе берет. Хотя Тора, даже если увидит на Джаггере МКБ, мне кажется, он все равно флей купит. Какой хороший по ощущениям предмет для этой игры. Так, взял себе ловкость, да. Мы не посмотрели на прирост, но вот чувствуется, что просто у него очень много урона от руки. У него почти 3 сопки. 16 левел. Ну, конечно, бронированные челы. Команда противника. Из-за визажа. И Манки Кинг статовый. ШД Глиммер Яблоко себе взял. На такому морфу, конечно, нас через белый урон руну дабл дэмэджа поймать было бы приятно. И смакануться чисто с ней. Как на турнирах это обычно происходит. Кто-то ловит руну ДД. И я ставку проигрываю. Так это происходит. Так, ну что ж, сатаник есть. Кстати, хотел спросить, ребят, напишите в комментариях, как у вас вообще ютубчик работает? Возникают ли проблемы? Используете ли вы VPN вообще? Как боретесь с этим? У меня как-то через раз. У меня один момент как-то тормозит. На другой день все нормально работает, непонятно. У меня с компа вообще не работает. У меня с компа не работает. Вот у меня работает. Как это странно, это же провайдера, видимо, как-то зависит. Наверное. Я там не пытался углубляться в это. Так, ну сатаником, сатаником пил. Проблем не должен быть, по идее. Ну, вообще, да. Эндер человек писал, что говорит, типа, мол, идите прорекламлю свой VPN. У вас на канале. Так, подстанили. Столько нас. Выбирали бой. Слушай, подвышел. Сатаником тяжеловато будет морфа убить. Он пока не потратит. У него теперь 2 диспела. Если манту он тратил плохо, то вот. Ну, не плохо, а просто тратил. То теперь манту потратит от шторма, шторма глазки не загорятся, чтобы его нахлобучить. И сразу же бегут, понимают, что все, челы, когда гивапают осаду хайграунда, они начинают бежать с бота, в тройку, в топ, и ты вот, если ты быстрее, чем они, ты бежишь в свою тройку, встречаешь их там на вижене. Потому что что враги делают? Вот вы, допустим, сидите в тройке своей, да, качаетесь морфом, врагам сюда немножко впадло забегать, они форсят бот. Они форсят бот, чтобы вы там остались, а потом сбежать в вашу тройку и задевардить. Ну, опять же, если ты по своей вижену бежишь быстрее дефать, на шаг впереди, то ты там можешь их убить, наглецов этих. Там какой-то файт, поэтому морфа видно. Вот такие моменты у меня вот вообще терпения не хватает, я бы этих рибов не добивал бы, я бежал бы уже к команде. Потому что я чувствую, у меня возникает чувство вины какое-то, что команда дерется, а меня там нет. Но они должны понимать на тиммейтах, что вот ближе к морфу нужно двигаться. Тут все-таки от действия керри нужно отталкиваться. Докачивает каждый крип на вес золота. Нужен плюс-слот. Нужен плюс-слот обязательно. Но если ты видишь МКБ, то какие у тебя опции есть? Ты можешь купить себе просто Дейдалу с Кади. Нет, Рюлика плохо убивает. Ну, тоже такой плюс-минус очевидный момент, что они пойдут. Ну, кстати...
Опасно. А ничего сделать не мог. Надо было адапт держать сразу вейформ, чтобы сбить, чтобы хп, урон нанести. По итогу бот просто падает и хватает терпения пока что не лететь. Ну, за второй сайт буду драться, он, видимо, хочет сейчас экспу забрать. Если думаете о Дейдалусе, то сразу курьера, конечно, нужно подвести. Не, ну тут надо драться, тут уже надо драться. МК, ах ты же гнидочная МК, хотел ТП сбить. Глиф нажали, все, потраченный глиф, надо идти уже что-то придумывать. Говорят, go джиггернаута. Надо пытаться андерфилл ультануть, там ШД подсейвит просто. МК ультанул, потянет время, они просто сломают барак. Брюшка тэпается, Гитора уже пол хп потратил сутаник, значит мантой нужно осторожнее распорядиться. Просто убивает ближайшую цель. Но хороший ульт от ДВ. Брюлик разультился, свой андерфилл забежали просто в файт. Прыгнул, солевой бур, кстати говоря. Добил. Он просто простоял весь файт. Ну добил. Не, почему? Он бил, там просто анимация была такая, что он типа стоит. Это называется солевой морф. Когда ты вверх голову поднимаешь, типа ты встанешь. Там анимация баганная. Но все равно берет себе фля. Он видел уже, что у Джаггера МКБ есть. Ну или намек на МКБ. Короче. Хочет anyway бустануть свой урон, потому что фля еще сдает тебе очень много бейс. Что-то там. Плюс 20% к базовой скорости атаки. Короче, просто ты лупишь как не в себя шечку. Очень много атак спида. И выванешься в чел, можем ему быренько 3-4 тычки выпулить. Под Дейдалусом. Ну и в конце концов, МКБ это 75% там. Тру страйка, а не стал. Ну ладно, 80. Ну, против других героев. Против Визажа, против Манки Кинга, против Шторма тоже может работать. Да куча, типа приятненько. Атак спида ему не хватает, а что на морфе можно купить на атак спид? Вот, кстати, аргумент тому, чтобы не покупать баттерфляй себе на морфе, там, брюшка с радиком. А, ну, кстати, вроде в брюшке реально всегда купил. Ну, видишь, тир 1 керри, они чувствуют, что им нужно. То есть они оценивают фляй не как мисс шмотку, а как шмотку на атак спид просто и на урон. Типа, ну, она просто много тебе дает. В плане атак спида. Он тебе дает, ну там, условно, 60-70 атак спида, и при этом дает тебе еще сверху 60 урона. И еще миссы все-таки какие-то. Ну, много-много дает предмет. Все, палик на 20-м есть. Ну, кстати, можно было под талант 20-м Дейдалус, наверное, взять. Но я морфа, конечно, профан. Просто, а что, если вот не баттерфляй? Ну, дойдал Скади. Скади отличный Блейд вариант, против мана. Да. Вардик поставил тиме. И люди надо убить. Там МК сейчас будет медить в этот хилинг вард. Дарквилла, ой, не начали. Хорошо подъюлил, сейчас на БКБ Шторма не покнули почему-то. Покнули. Морфе пока что ищет свой таргет. Бейбится в ШД, чтобы его протектили как-то. Ой. Больновато. Да, иллюзии морфа дали силе. Хорошо, детекшн стоит. Визажа можно покликать. Джаггера приподняли. За штормом. Нет, вейформ потратил. Окей. Джаггер в крутилке. За штормом еще. У штормом она нет. Ходил, может? Пошли. Да, они его бьют. Найс. Nice. О, челам урона не хватает просто. Просто не хватает урона. Тебе плохо адаптив нажал. Теперь ты пашку нечем сбить. Да. Джаггер будет воевать. Ульта Джаггера, кстати, нажималась в файте. Я ее даже не заметил. Джаггеру урона просто не хватает. Почему-то. Теперь ему не хватает урона. Всегда кому-то не хватает урона. Перекачка наконец-то в 3. Потому что уже закончились, да, у него атрибуты. 319 ловкости. Ой-ой-ой. Много-много. Ну, это плюс Аегис.
знаешь, две стороны потеряли, не сдались и пережили этот прессинг врагов. А на деле потом оказалось, что враги вообще не могут выиграть файт. Вот спустя этот файт, когда Свен жмет армор, когда Брюшка нажимает пайп, все это под Радиком, Зевс с БКБшкой, просто слишком легко пережить этих героев стало. Визаж не наносит урона, шоу демона убивают, Манки Кинг, тоже не сказать, что прям много дэмэджа дает. Просто нужно было понять, что вы сильнее попозже. Ну и Скади все-таки стоит следующим артефактом. Ну да. Блинк, Сильвер я видел берут еще. Скади. Линку можно в теории докупать. Ну в теории. Но я думаю, что... Нижнюю башню сил тьмы непонятно. Атакуют. БКБ вдруг. Хиксы появились и так далее. Можно БКБ взять, если даже в начале скинул. На гирокоптере так часто делают, там берут станик какой-то. Дейдаус, Аганим. Там БКБ можно докупить. Так, что теперь? Ботвышка халявная стоит, да? Почему бы ее не забрать? Единственное, что забирая ботвышку, там вы время врагам даете. На ХГ просто в бот не пойти потом. Потому что шторм топ запушит, и у вас как бы последняя сторона под ударом. Поэтому надо искать смоккил какой-то. Ой, джекернаута видно на варде. Как, что за подарок? Что за подарок? Они не верят, что это настоящий, если что. Он на дракила могу просто ультануть и убить. Они просто не верят, что это настоящий. И вот сейчас сознание придет, что это настоящий джиггернаут. Как они могли его убить? Они могли через ульты у вилки из-за кустов просто застанить. Свен бы подбежал на барабанах, которые у него есть на арморе. Продлил бы стан, ну, джаггер бы просто умер. Там 2000 хп. Без шансов. Под ульт Зевса. Побоялись, что может среагировать. Возможно, не думали, что это настоящий, плюс хотя и 2 килла под вордом. Еще визаж был. Теперь пушит ХГ, но такая вот. Джаггер сейчас должен муваться на их базу. А Джаггер нет? Очень сильно крипы поджимают их там на базе. А чё вот они не под пушат? Джаггер там пошел девартить, у него свой план. Мне кажется, они должны были просто форсить ласт сайт, и в итоге... Они этого не сделали. Ну вот. В итоге они будут смотреть, как Морфом будет базу ломать. Ну что ж, приятного просмотра. Ну слушай, Свена убили. А может они и не будут смотреть. Ну ладно, Варфу что-то не могут мне ничего сделать. Пока бьет, там очень сильно паника нет. Вообще хорошо спрятал. Там похилили. И только ее сзади почти убили. Шторм там чуть не откис, там одной тычки буквально не хватило. Да, но умер Зевс. И в итоге враги вообще жестко пофайтились. Убили самого вкусного Свена, который армор по 10 раз за файт жмет аурой. Убили Зевса нашли, который БКБ не успел нажать. Вот. МК на себя очень много времени. Блин, этот МК вообще непробиваемый. У него варенье 50 брони. Его мор бьет, а ему пофиг. Что вот Ятора себе хочет? Последний остался. Что за шмотка? Это МКБ. МКБ, брестбендик можно продать. Продажа 500 голды. Ой, 250 голды. 200 стоит Demon Age. Ну, еще нормально так. Прилично. Взял с курьера шмотки. И шардик выбил. Нормально. Для себя же. За ласхит 250 монет. Но сейчас как-то опасно немножко идти на тройку. Он просканил, или не он, возможно, но... Короче, можно было с собой пойти, но очень опасно. Я подумал, что это он просканил, чтобы пойти бот как раз-таки зону, чтобы пойти с собой забрать. Но там кураж все-таки летела, файн. Хороший тайминг, МКБ появилось, взял себе еще один слот, очень много дэмэджа он сейчас приобрел. У него прибавилось 45 плюс 75 атак спида, при этом 40 к урону плюс майнбрекера 45 с каждой тычки плюс 85 дэмэджа. И плюс прок МКБ еще очень много дэмэджа у него сейчас попалось. Он буквально сейчас тарабанит. У него сейчас, ну, пиковый ДПС на катке.
Сейчас, мне кажется, он от МК живого места не оставит просто варенье. Все смакуется. Единственное, что сентри не поставили, но это такой паблик, как бы, да. Понадеялись, что вижена нет. В принципе, вижена и не было. У врагов ворды чуть-чуть в других местах стоят. Зевс у меня кольту. Очень быстро убивает визажа, а он без бая. А сейчас пойдет форсить. Сейчас такому морфу очень легко проиграть. Если в прошлом файте они ему ничего не могли сделать, то и в этом и подавно. Манки Кинг. Что делаешь? Тоже без бая, да? Ну, что-то как-то так бездарненько. Вот сейчас такие моменты. Вейв надо сейвить. Вейв сейвить. МК уже вообще прыгал вейв. Убивать. Бримастер побежал. Там еще с пайпой он плюс бот немножко отпужит на брюлике и купит тревела. Пачку по-хорошему, конечно, провожать. Пачку провожать. И по-хорошему, если есть пайп мега-герой, он должен с этой пачкой идти. Это прям если потеть. Чтобы ее никто рандомно не срезал, кто с бэбэком. На крутилочке прошел. Сюда. Нормально, ЩД убили. Чел БКБ нажал на шторме. Ты умрешь на шторме. Тора начинает бить. Бэки брожались. Тут надо смелости поднабраться будет сейчас после появления сатаника. Манту кликнул, подстанил в адаптивом, в итоге залетел хекс после этого. Ну или одновременно с этим. Но с байбеком. У Брилика ульты сейчас нет, сатаник 9 секунд, он сможет заходить снова в драку. ШД ядом, кстати, ШД без бая. Так ведь? Как так? Как же это умер? Хилинг хвард жмется. Нижние казармы сил тьмы разрушены. Джаггер, да, вруинил. Типа, это что же ну, типа. Шторму как будто байбекаться надо. А там сейчас Джаггер умер. А, не умер. На тычке. Но вообще зря он ждет на шторме. Сейчас же просто игра закончится. Может быть надеяться на скип, там МК пошел скипать и выжил с прожитой БКБшкой. Блин, Джаггернаут фул запакованный, но он вообще ничего не может. У него фляй, МКБ, Ганим, БФ, манта. Силы света укрепили свои сады. Ничего не предъявить. Станов мало просто. Просто мало. Да еще погиб сейчас после боя. Этот не отвлекается, говорит. Я просто калашмачу дрон. А вы смотрите. Победа. Вот так. Уверенно. Вот выигрываются игры. Да. На уверенности. Без каких-либо проблем. 30 тирморфа. 50 тысяч нанесенного урона. Это был морф. Кто потестил, кто успел потестить этого героя, пишите ваши комментарии, как он лучше, хуже. Всем пока. Пока-пока.